Социальная ответственность бизнеса. Предприниматели города до конца года установят 16 детских площадок во дворах областного центра. Одну из них по адресу улицы Абая, 81, обустроила ТО «Велта». Установили не только игровую зону, но и уличные тренажеры. Понравилась ли детям площадка, узнала Ольга Загоруйко. Избалованные 3D-играми с самой реалистичной графикой, дети все же не перестают резвиться на улице. Несмотря на дождь, Максима сложно удержать дома. Его внимание привлекла новая детская площадка. Здесь же осваивает уличные тренажеры и его соседка Алена. Эти устройства созданы специально для эксплуатации на улице, крепкие, покрытые полимерной краской, которая долгое время остается яркой. Все они местного производства. Когда я пришла, я не узнала ее. Я думаю, я не туда попала. Я очень рада, то, что построили ее. И так красивее она стала. Мне больше всего понравилось то, что кольцо установили. Дождь не помеха. Буду играть, и хоть дождь идет, все равно буду играть. Дети быстро разобрались, что к чему. Помогли в этом представители старшего поколения, которым новая площадка тоже пришлась по душе. Играючи на этих тренажерах, можно прокачать почти все группы мышц. А такой современной детской площадке, которая бы совмещала игровую и спортивную зоны, жители дома номер 81 по улице Абая и мечтать не могли. Мы рады тому изменениям, тем, которые у нас произошли. Даже вот дождь идет, а у нас люди выходят и радуются, благодаря тому, что то старое, что у нас было, оно уже давно развалилось. А благодарить есть кого. На установку детской площадки в ТОО «Велта» потратили более 1 миллиона тенге. В улучшении внешнего вида двора помогли и сотрудники Департамента статистики Североказахстанской области детско-юношеской спортивной школы футбола. С предложением выступил аким области с инициативой о благоустройстве детских площадок в жилых домах. На основании этой инициативы нам было предложено участвовать как спонсорами в организации. Считали своим долгом и участвуя в жизни города и области. Детям площадка понравилась. Жалеют лишь об одном, что летние каникулы уже позади, и погожих деньков для игр на площадке осталось совсем мало. Ольга Загоруйко, Жолдызбек Ермуканов. Новости МТРК.